Всем привет, с вами Информ ТВ. Сегодня, 1 июля, ушла из жизни Ксения Викторовна Драгунская. Она была известным сценаристом, драматургом и детским писателем. И, конечно же, многие ее знали как дочь того самого знаменитого писателя Виктора Драгунского, автора Денискиных рассказов. Именно старший брат Ксении, Денис, и сообщил эту печальную новость. В данный момент он не может поверить в случившееся и пребывает в состоянии шока. Но причину он сообщил. Ксении не стало в 11:30 утра по причине перитонита. Лучшие медики не смогли ее спасти. Ей было 55, а времени прощания будет объявлено позже. Напомним, Ксения родилась в 65-м году в семье Виктора Драгунского. Оба ребенка писателя пошли по его стопам. Денис стал журналистом и сценаристом. Ксения написала больше 30 пьес для театра, которые стали востребованными и в России, и за границей. Помимо этого, она писала рассказы для детей и взрослых. Мы приносим соболезнования родным и близким.